Мы в своих сюжетах продолжаем рассказывать о наших земляках, проживших долгий и плодотворный жизненный путь длиною в 90 лет. Вот и сегодня очередной юбилей отметила жительница Волинского поселения Раиса Андреевна Емельяненко. Именинницу приехали поздравить с 90-летием председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и глава Волинского поселения Мурат Хагуров. Раиса Андреевна, ну от души поздравляем вас с вашим юбилеем. Здоровья вам, еще долгих лет жизни. Приятно, что дом полный детей, внуки, наверное, правнуки, да, все есть, да? Счастья вам еще и еще долгих лет жизни. Это вам от президента Российской Федерации именное письмо. А это вот от администрации Кашхабльского района. Да, а эти цветы от администрации поселения. Вручив подарки, гости поинтересовались жизнью и здоровьем юбилярши. Сама Раиса Андреевна прошла долгий, нелегкий жизненный путь. Во время войны она вместе со своими ровесницами работала, не покладая рук, день и ночь. Долгое время трудилась в колхозе, затем участвовала в строительстве Майкопской ГЭС. В 1946 году Раиса Андреевна вышла замуж, воспитала двоих детей. В настоящее время она проживает с сыном, а свой юбилей она отметила в кругу своих правнучек. Пожелаем же Раисе Андреевне оставаться такой же энергичной еще долгие.